Петруха, ты не поверишь, ты сегодня ночью говорил во сне. Надеюсь, я тебя не перебивал. Если бы лень была олимпийским видом спорта, я бы занял 4-е место. И мне не пришлось бы лезть на пьедестал. Звонок на телефон. Женщина поднимает трубку. Из трубки раздается голос. Послушай, красотка, твой муж у нас в заложниках. Если ты хочешь получить его живым, то выполни наши условия. Жена спрашивает. Какие условия? Принеси в гаражи ящик пива. Голос мужа из трубки. 2-2. Что у нас сегодня на ужин, дорогая? Как обычно, как твоя лапша на уши. Бабушка поспорила с Сёмой, что он уберет квартиру, если не съест 25 пельменей. И вот начинает есть Сёма. Поедает 24 пельменя, а 25-го тарелки нету. Ох уж эти еврейские бабушки. Мама ругает сына. Если ты будешь плакать, я обменяю тебя на другого послушного. Сын говорит, не выйдет. Мать говорит, почему? А где ты найдешь такого дурака, который согласится отдать хорошего мальчика в обмен на плохого? Вчера ко мне в дом ворвались грабители. Отобрали часы, кошелек. Но у тебя же медаль чемпиона по боксу. Нет, медаль они не нашли. В связи с отсутствием денег было принято решение работникам табачной фабрики выдавать зарплату сигаретами, работникам хлебобулочного предприятия булками, ОМОНу трендюлями. Подписываемся.